уверена, что в коллективе «Дружба» все будет хорошо, каже Ольга Олексіївна Золотарьова. Цей колектив – це окремий світ зі своєю історією, зі своїми героями. Такий різнокольоровий, казковий світ Ольга Олексіївна створила сама, своїми руками. Як же все починалось? Сейчас расскажу. Значит, в Черкасы я приехала в седьмой, как бы учась в седьмом классе. Папа и мама приехали, строительство было «Азота». И меня привезли, девчонку, в Черкасы. Я занималась во Дворце пионеров, была балетная студия у Николая Петровича Доронина. Но я до этого занималась в других городах. Поэтому, когда я пришла, он спросил: девочка, а ты умеешь танцевать? Я говорю: да, я танцевала. Меня просмотрели и взяли в балетную студию. И так я начала заниматься в городе Черкасах, в балетной студии Дворца пионеров и школьников. Это было очень давно. Закінчивши школу, Ольга Олексіївна хоче вступити до Дніпропетровського театрального училища. Та мама на той час ще маленьку дівчинку не пустила їхати у велике та чуже місто. Тому довелося вступити до Канівського училища культури і мистецтв. Дівчину, яка танцює на пуантах, не вагаючись, зарахували до навчального закладу. Навчаючись там, Ольга Олексіївна створює в будинку культури свій колектив та приїздить разом з ним у Черкаси на конкурс. І тоді нам прислали із Києва приглашение для поступления детей в хореографическое училище. Вот так началась моя педагогическая карьера, будучи еще студенткой. После того, как я закончила училище, у меня было приглашение в профессиональный коллектив «Житомирский Ленок». Но так сложилась судьба, что я просто не поехала. И через много лет я проверилась в Черкасский заслуженный народный хор. Меня взяли. Я протанцевала в Черкасском заслуженном народном хоре. Как раз это был 25-й съезд коммунистической партии. Все коллективы всего Советского Союза собирались в Киеве. Так что была такая творческая встреча. Очень много интересного. Протанцевав в Черкасском хоре, я понимала, что долго я танцевать не буду. У меня уже рос, подрастал сын. Я должна была его... Но у меня было огромное желание создать свой детский коллектив. Так как родители работали на «Азоте», дворца еще не было, здесь лежал только камушек, что здесь будет дворец. При общежитии на Орджоникидзе 48 там был красный уголок. Вот там я создала свой первый коллектив. И вот сегодня мои ученики, которые сейчас здесь балетмейстера, вот они тогда туда пришли ко мне в балетную студию. Это была балетная студия, первая в Украине, самоокупаемая в Черкасах тем более. То есть мы тогда платили 5 рублей, потом 10 рублей. Таким образом мы росли, росли, росли. И уже буквально через первый год обучения детей мы выступали в нашей филармонии. Как сейчас помню, первый номер «Поиграем в куклы». Он у нас и сейчас живет. Thank you.
Потом мы были во дворце. Потом мы было много номеров. Создавался коллектив. Выступления были. К нам было невозможно попасть, потому что был конкурс. Тогда все было бесплатно. Никто ничего не платил. И поэтому мы выступали на 14-м съезде профсоюзов в Киеве. Во дворце Украины наш коллектив выступал. Вот это были такие первые гастроли. И сейчас вот эти дети, которым тогда было по 5 лет, которые выступали во дворце Украины, вот они сейчас у нас педагоги, они танцуют артистами балета черкасского хора. А тогда им было по 5 лет. У нас была такая пара с каждого города Украины. Была одна пара маленьких детей, 5-6-летних. Ну, вот это как-то запомнил. Но все мероприятия, которые проводились в Черкасах, то ансамбль танца «Дружба» принимал участие. Потом нам присвоили звание «Тросковый ансамбль танца «Дружба». Потом нам присвоили «Народный ансамбль танца «Дружба», потому что уже дети оставались у нас долго учиться, до 11 класса. Ну и после этого, значит, после 11 класса уже в Канев они не шли. Сначала уходили в Канев, потому что после 9 класса они поступали в училище культуры. А потом они сразу просто после нашей подготовки шли в університет. Старші діти йдуть вчитись далі, а нове покоління продовжує радувати глядачів своїми виступами. Зараз в колективі є група дітей, яким по 4 рочки, яка налічує 15 осіб. 12 дітей в групі, де навчаються 5-річні діти. Є старша група та основний склад ансамблю «Дружба», в якому зараз 25 танцівників. Ансамбль «Дружба» бере участь в різних конкурсах, де посідає завжди почесні місця. Прежде всего, ми в одному з конкурсів Вірського, у нас є награди, зайняли 3-е місце на Україні серед 3000 дітських колективів. От 3000 дітських колективів показало своє мастерство, и мы взяли 3-е место. Это такая была серьезная победа, и мы этому радовались. И дети этому. Это нелегко было. У нас такая была великолепная композиция «На птичьем дворе». Это постановка героя Советского Союза из ансамбля танца Сибири, народного артиста Михаила Гаденко. А так как некоторые из наших детей танцевали в ансамбле танца Сибири, и когда приезжали сюда к нам в Черкасы, то мы с ними же общались. Со всеми профессионалами, которые у нас танцевали на профессиональной сцене, и приезжая в город Черкасы, где бы они ни жили, они всегда приходят в свой родной коллектив. А когда они приходят в свой родной коллектив, у нас проходят творческие встречи. И наши артисты балета, наши профессионалы показывают им постановки профессиональные. И вот таким образом нам сделали постановку «На птичьем дворе». Ну, дети его очень любили. С этой постановкой мы на Дельфийских играх, которые мы ездили в 2004 году, на Дельфийские игры, они были в Кишиневе. Мы заняли там бронзовые медали. А это были Дельфийские игры. Дельфийские игры – это те игры, вот как спортивные Олимпийские игры, а это были стран СНГ по видам искусства. И вот в народной хореографии мы взяли бронзовые медали. Хотя приезжали из России коллективы, которые были профессиональными. То есть люди, которые получали за это деньги. И мы с нашими малышами поехали тоже выступать. И получили бронзовые медали. Это было очень ответственно, но это было приятно. И после этого нас пригласили в Москву. Московский режиссер в Ярославле проводились Дельфийские игры еще одни. И нас уже пригласили как победителей Украины. Ольга Олексійовна
Олексіївна створювала колектив сама. Але коли в ансамблі «Дружба» налічувалось уже понад 150 танцюристів, стали потрібні помічники. Тут знадобилися колишні учні. Одна я зараз нічого не зроблю. Со мною працює команда. Без команди колектива ніколи не буде. От в колективі працює балетмейстером Лариса Леонідовна Борсук. Вона со мною працює вместе вже 16 років. Более 16 лет. Мы вместе уже ездили в Артек, мы вместе ездили на все выступления, мы ездили вместе уже за границы. С нами работал балетмейстер черкасского хора. Он преподавал у мужчин, у мальчиков. Это Петр Иванович Лавров. Он сейчас на пенсии, на заслуженном отдыхе. Но в черкасском хоре работают наши ребята. Первые такие тоже выпускники. И поэтому сейчас с мальчиками тоже работает солист черкасского хора Амельяненко Вячеслав. Ну, я говорю всегда Славик, потому что, знаете, как маленького помнишь, так и Вячеслав Амельяненко. Также работает с нами еще один педагог, Золотарева Анна Александровна. Она работает в черкасском заслуженном народном хоре. Это все наши выпускники. У нас нет абсолютно посторонних людей. Сейчас мы на работу взяли еще одну девочку, нашу солистку, и она работала в черкасском хоре, Сонечку, которая у нас была солисткой. Она сейчас работает с самыми маленькими детками. Вот у нас сейчас два концертмейстера. Концертмейстер по народному танцу Ганжа Андрей Викторович, великолепный баянист. И концертмейстер по классическому танцу. И с малышами, которая работает, Марина Геннадьевна, вы сегодня ее видели, Серебрякова. А наостанок бажаємо Ользі Олексіївні здоров'я, натхнення та терпіння. А колективу «Дружба» – перемог, процвітання та творчої наснаги.